Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня мы с вами поговорим об очень простом и очень эффективном способе увеличения эффективности препаратов для защиты растений, которые вносятся в почву. Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. В наших выпусках мы неоднократно возвращаемся к теме использования биопрепаратов для защиты растений, а также в качестве микробиологических удобрений. Ведь они могут решить кучу всевозможных задач в саду и в огороде. Об этом много выпусков есть. И естественно, что многие садоводы задаются вопросом и спрашивают нас о том, как повысить эффективность этих препаратов? Потому что многие, даже внося в почву препараты, не замечают каких-то хороших положительных эффектов. Прежде чем я поделюсь с вами своим советом, как мне кажется, довольно оригинальным на просторах интернета и среди блогеров, стоит напомнить, не лишне напомнить, что бактерии, когда они попадают в почву и грибы начинают колонизировать твердые частички. Чем более пористые эти частички, минеральные частички, тем лучше бактерии их колонизируют. Поэтому песок, глинистые материалы, какие-то пористые материалы являются фактором, благоприятствующим приживанию полезной почвенной микрофлоры и ее хорошему функционированию. Когда мы используем такие грунты из магазина, торф какой-то рассыпчатый или еще что-то подобное покупаем, в этом случае можно частенько столкнуться с тем, что туда не прибавляется песок, не прибавляются какие-то пористые материалы. Хотя и сам песок нельзя назвать таким уж хорошим пористым материалом. Поэтому для улучшения функционирования почвенной микрофлоры, для улучшения колонизации почвы этой микрофлоры, для улучшения действия микробиологических препаратов, вносимых в почву, необходимо обеспечить смеси, куда вы высаживаете растения, пористыми частичками. Сделать это совсем несложно. Вы можете выбрать те пористые частички, которые вам доступны и по карману. Это может быть хорошо всем известный перлит, разрыхлитель почвы. Мы всегда говорим, что надо его добавлять, чтобы сделать почву более рыхлой, более влаго- и воздухопроницаемой. Однако, видите, у него есть еще и важные функции другие. Также минеральный наполнитель, как вермикулит. Они очень дешевы, в разных вариантах продаются и так далее. Понятно, что чем мельче частичка, тем больше площадь ее поверхности, поэтому если материал будет очень мелким, это не страшно. Какой-нибудь диатомит, если он вам доступен, тоже вполне подойдет и тоже будет выполнять эту важную функцию. Я, оценивая количество, качество, эффективность и цену, выбираю для себя, как правило, наполнители для кошачьих туалетов. Они могут быть сделаны на основе циолитов или на основе силикогеля. Силикогель – это очень родственное песку вещество, только оно приготовлено таким образом, что очень мощно впитывает в себя довольно большое количество влаги, имеет большую впитывающую пористую поверхность и идеально подходит для колонизации бактериями. Но только не выбирайте наполнитель на основе глин, потому что они раскисают и превращаются просто в пастообразную массу. Хотя и от них тоже есть польза. Мы обязательно поговорим об этом на нашем канале. Так каков мой рецепт? Рецепт мой очень-очень простой. Если вы берете кошачий наполнитель на основе силикогеля, вот он представляет из себя вот такие крупиночки, и очень хорошо впитывает воду. В этом случае насыпьте примерно, это шипят, если слышно, вот эти крупиночки, которые как раз впитывают воду очень активно, с таким характерным шипением.
Просто-напросто нужно взять примерно 20-ю часть от объема грунта, в который вы высаживаете ваши растения. Ну что такое 20-я часть? Это 5 грамм на 100 грамм, да, или 50 грамм на килограмм, или 500 грамм на 10 килограмм грунта. Если эта упаковка 4 литра, но здесь по крайней мере 3 килограмма, то мне на мою рассаду, а я выращиваю много разной рассады, хватит даже не на один год. Вот нужно просто-напросто залить эти гранулки. Вы можете брать кругленькие, вы можете брать с такими острыми краями. Это не имеет большого значения. Вы можете взять циолитовый наполнитель. Все точно так же. В том же количестве все аналогично. Вы берете, делаете стандартный раствор из удобрения комнатного с добавлением сахара. Как всегда, от чайной до столовой ложки на 1 литр раствора удобрения для цветов. Заселяете туда небольшое количество, на литр достаточно будет столовой ложки нашего биопрепарата. И заливаете ваши гранулы. После того, как жидкость впиталась, если даже болтается наверху какое-то количество жидкости, ничего страшного. Внесите это количество в почву, как я сказал, примерно 20-ю часть, то есть 5% от количества грунта, вот в таких пропорциях. И вы получите превосходное заселение, и не просто заселение, а размножение этих микроорганизмов вот на этих крупках, потому что вы их не просто туда поселили, вы еще и снабдили их необходимым питанием для того, чтобы в отсутствии хорошо развитой корневой системы они хорошо там размножались, хорошо там функционировали до тех пор, пока растение не начнет подкармливать их своими сахарами для того, чтобы они заселились на корни, в корни, в растения и так далее. Кроме того, вот эти силикатные крупки будут иметь огромное значение для наращивания объема корневой системы. Как это сделать, смотрите в наших выпусках на канале Процветок. А я желаю вам процветания, благополучия и всего самого хорошего. До встречи!